Ну и продолжаем мы смотреть доту. Уже 1/16 Викинг Капа номер 179. И встречаются две команды с богами плюс 4 и Вузай. Ну и что ж, у нас видим, в бан ушли Брюмастер, Люкан, Дум, Тайтхантер. В ответ ушли Воид, Тинкер, Дэш Профит и Фурион. Да, значит, пик от Вузай, Маг, Шадоу, Шаман. Сейчас они допикнут. Еще кого-нибудь уже берут дополнительное время. В ответ Разор, Вайпер. Ну, как бы, такие стандартные пики, на мой взгляд. Да, наконец-то начали брать в первой стадии Шадоу, Шаман, как мы все мечтали с тобой. Потому что он этого явно заслуживает. Да, это реально такой хороший саппорт с хорошим пуш-потенциалом, двумя дизейблами и как бы реально хороший персонаж. Ну, его и раньше использовали даже на First Pick, но как-то это отошло на второй план, пришли всякие Вейды, Тинкеры и Разоры, потом Тинкер резко ушел, и Шадоу Шаман снова проявил свою актуальность. Да, наберут дополнительное время, уже минуту целую. И задумались насчет пика. Непонятно, зачем они забанили Люкана, если у них спокойно зашел Мак и Шадоу Шаман. Ну да, все-таки у СБГМ есть First Pick, поэтому они могли спокойно себе брать Люкана на First Pick. Но да, они взяли себе Разора вместо этого Люкана, причем так уверенно они прям сразу его пикнули. Ну, мы чуть пропустили первые пики, потому что они не так важны, плюс мы все это можем потом вам рассказать. И что? Они решили потратить все резервное время и пикнуть Вивера. Не скажу, что Вивер хороший герой для третьего пика. Сейчас какой-нибудь Дум зайдет. А, нет, Дум в бане. Ну, любой герой с Сайленсом. И типа все, Вивер такой себе пацан. Да, ну и давай пока что посмотрим на профайлы команд. Значит, с богами плюс 4 имеют 11 игр в рамках Старладера. 5 побед, 6 поражений. И данная команда является аматором. Вузай имеют гораздо больше игр, 37 игр, 25 побед, 9 поражений, ну и также являются аматорами в рамках Старладера. У нас Мирана тем временем, ну, в общем-то, есть Disable, более-менее есть даже в чё его кинуть, потому что есть замедление, есть Shadow Shaman, который сам себя дизейблит своим третьим скиллом. Да, ну и, кстати, вот три агильщика уже у СБГМ. Да, у них такой интересный пик. Как у нас был тогда пик 5 агильщиков у кого-то. Это в Semi-серии с вроде бы команды Winners, тех же, про которых мы так все говорили, что они оформили изи-каточку. Да, и что? Там. Вузай. Опять-таки с резервным временем сидят. Не знаю, как они вообще собрались пикать. Да, вот Бэтрайдер. Ну, Бэтрайдер это чисто цеплять Вайпера. Ну, знаешь, ты запанешь Вайпера, он тебе даст ульту. И типа не очень хорошо в итоге получается. Потому что ты цепляешь Вайпера, он тебя убивает. Это прям так неприятно. Да, ну и ждем, чем ответит у нас СБГМ. Ну и, честно говоря, мне интересно, что это такое с богами. То, что создает команда с богами плюс 4. Сейчас посмотрим на профиль его. Ну и что, у нас Дизраптор появляется. В общем-то, тот, кто будет ловить Вивера. И более-менее. Потому что есть AoE Silence. Есть, в принципе, откуда заходить, то есть Мирана. Кстати, да, пока все синие есть в команде S4. Они себе такой красивый пик набрали. Так что у них есть такой уже интересный аспект в этом. Да, ну и надо сейчас добрать команде Вузай какого-нибудь мидера. И, честно говоря, я не знаю, кто тут может хорошо зайти против Вайпера. Так, против Вайпера? Ну что хорошо заходит против Вайпера? Разор? Но Разор уже есть в пике у команды S4. Ну просто какой-нибудь сильный мидер, который не парится, если его будут харасить. Вспомнил. Люкан. В бане. Нет, он в бане, блин. Я хотел сказать Брюмастер, который в бане, но он в бане, я поэтому его и не сказал. Тогда сказал Люкана. Он тоже в бане, поэтому тут такое. Интересно. Ну, а что они будут пикать? Команде СБГМ нужно добрать
Саппорта, скорее всего, не знаю. Кэрри или саппорта, что-то такое вокруг этого. Они должны выбрать. Определиться, куда же пойдет у нас Мирана. Да, Мирана слишком универсальный герой. Реально, вот куда ее не пошли, она себя хорошо чувствует. Так что да. Там ничего у нее такого нету с этим проблем. Так, ну и ждем. Задумались насчет бана. Используй дополнительное время. Да. На последней-то стадии. Можно попытаться потерпеть с этим. И банят Мепу. Значит, тут такой будет слабенький, раз забанили Мепу. Да. Ну и что? Сейчас в последней пике заканчивается стадия драфта, и перейдем непосредственно к игре. Угу. Да, кстати, сегодня очень много игр в рамках Star Ladder Star Series 10 сезона. Сегодня должны встретиться Virtus.pro Na'Vi, Cliff, Virtus.pro Empire, Cloud9, Cloud9 с Ашерами, Empire Power Rangers и Empire Cliff. И появляется снайпер, тот, кого бы ловил Мипо. Как раз таки да. Снайпер не может сделать даггераут из сеток. И тут Кентаур. Хотя Мипу забанили команда S4, а в Узай типа подумали, кого бы они могли взять, если они забанили Мепу. А пришел на ум снайпер, и они решили его себе забрать, чтобы не было брать возможности, собственно, этого же снайпера. Да, но и по-настоящему это такое, знаешь, мы не хотим отдавать, мы будем поэтому сами пикать. Ну, благо, что кто-то умеет играть из команды в Узай. На данном персонаже. Ну и смотри, паузы-то нет изначальной. Все отлично. Покупает у нас Смок Шадо Шаман. Да, это, кстати, интересный момент. Как вообще такое произошло, что нету паузы? Что команд сподвинуло на такое решение? Ладно, не будем издеваться. Батрайдер у нас отправился в оффлейн от команды Вузай. На топе триплан с Виверком, Шадоу Шаманом и Скаймагом, и Соломит Снайпер против Разора. Снайпер, что он закупил себе Фрешбенд, а Разор-то сможет его погонять. У Разора тут все-таки есть его второй скилл, уже прокачанный, так что все у него хорошо тут. Так, триплан с Мираной, Вайпером и Дизраптором. Кстати, мало дизейблов для стрела, только один стан на всю команду, это у Кентавра, который обычно до шестого вообще не выходит никак с харды. Кентавр, кстати, закупится так, что тут легко будет загнобить. Поставил интересный вард. Обычно его ставят немножко в другом месте. Тут тоже сойдет. Как говорится, и так сойдет. И тут Шадоу Шаман с магом уже ждут. Ждут Разорчика, когда тот подойдет на свою линию. Так, потыкал Шадоу Шаман на места, где могут поставить варды противники. Сейчас там, скорее всего, тут тыкнет. Нет, пока не тыкнет. Ну, скоро тыкнет куда-нибудь. Что-то он мешкается, не знает, куда побежать. Так, вот вроде поставил вард. Не знаю, почему на своем ХГ. Так, Разорчик прибежал. Разорчик тоже закуп на Врэшбенд. Не знаю, почему он сразу не купил. И что? Вот он снайпер, вот он Разорчик. У снайпера крипы поближе стоят, поэтому ему будет полегче. Так, вот уже первый денайт Разора. Посмотрим, как он вообще сможет ли контролить это. Снайпер вроде более-менее шарит, отводит крипов на ХГ. И теперь Разорчику неприятно ни ласт-хитить, ни, собственно, денайть. А снайпер может чуть-чуть получить за счет этого пространства. Тычка да. Примерно одинаковая. Ну и, кстати, у нас такой стандарт лейнап, то есть 3-1-1. Угу. И что? Скаймак уже харасит Кентавра. Кентавр сейчас будет кушать танго. А Бэтрайдер чувствует себя как дома. Вроде бы даже нюхает экспу. Его Дизраптор никак не прогонит отсюда. Дизраптор качнул свой Тандерстрайк. И в итоге Бэтрайдер соло гоняет троих. Так, ну, Мирана начала девардить. Убить, кстати, этого Дизраптора. Смотри, 5 напалмов. Да, 5-5 напалмов. И он дойдет за Дизраптором. И Дизраптор тому ничего не сделает. Вот здесь. Хотя, Эру
прямо в цель. Открывается дизраптор. И не стал дальше гнаться, понятно, что вайпер уже подошел. Ну и в итоге дизраптор просто под просел кинул Thunderstrike и выжил благополучно. Забрал так. Хосту еще. Кентар, только второй левел тут. Вайтрайдер вообще первый на своем оффлейне. И Виверочек фармит под тауром. Посмотрим, как он вообще заласхитает всех этих крипцов, которые к нему подошли. Вроде бы должен. Да-да-да, скорее всего, получится у него это все сделать. Нет, одного не получилось все-таки. Неприятность. Так, ну и ждем. Ждем экшена. Батрайдера, кстати, вот смотри, дают целую пачку, то есть отвод был сделан неправильно, и как бы он реально получил целую толстую пачку крипов. Да. И уже получил третий уровень. Добил двух или трех из этих пяти. И у него все хорошо, есть третий левел, на два уже Firefly, тапочек на руках уже. Так, разорчик несет себе ботл и вражбенд рецептик. А снайпер пока еще. Да, пока все тапочек тащит, это хороший выбор против разора. Потому что разор как присосется, он же не отпустит. У разора уже 300 МС. Так, там стрела куда-то летает. Поймали бетрайдера. У него Firefly, он как бы уходит спокойно. Так, может Глимс, может Глимс, хотя нет, хотя тут Глимс не получился, потому что маны не было. Так, тут разорчик подпросил от снайпера, смотрю в миду. Хотя тут сейчас снайпер, по-моему, сам подпросядет, еще один плазмофил. Тычка буквально, тычечка. Да, и 50 хп остается, разорчик без тапка. Ну и двое у нас от команды Вузай отходят на базу, чтобы зарегениться, то есть. Да, разорчик сейчас чуть-чуть дофармит, принесет себе табак, забузит ботл, если он, конечно, задрот. Хотя тут курьера у него отобрали, чтобы принести клярити. Да, всегда отбирайте у мидера курьера, чтобы принести себе клярити. Не забывайте про это. Так, что шаман забрал руну невидимости на топе. И сейчас, наверное, выйдет в мид на разорчика. Нужен ассист от снайпера. Ассасинейта пока у него нету. И что, разор тут вообще получится убить? Не, он абсолютно все понимает, он видел, скорее всего, что саппорты ушли. Может, даже видел, как они отходили. Смока да. Вроде не было. И он стоит под тауром. Ну, он чувствует. Чуйка есть такая профессиональная. Ну и, кстати, посмотри, какой интересный курьер у СБГМ. Чисто вот, отлично, секунду. И разор у нас тут ловят. Сетка хекс прожали, и это first blood. Нет. Опять уходит. 14 хп, это какая-то игра лоу хпшников. И этот бедный маг тоже ушел на 30 хп. Какая-то сейчас реально игра лоу хпшников. Если ты не на лоу хп, то ты, короче, лох. Вот такая сейчас у нас игра. Сейчас могут Батрайдера зацепить, у него Firefly прожимает, уходит в лес. Угу. Ну что у нас тут? Тоже у него хп не так много. Хотя тут Мирана. А, на без стрелы. Миран, кстати, купила базельчику себе. Да, и Бартрайдер улетел просто через речку. И все. Так, Миран кинула стрелу. Посмотрела, что тут Бартрайдера нету. Тогда ясно, что он под вышкой стоит. Ставит паузу у нас, ребята. 1000 денег уже у Вайпера. Может позволить себе что-нибудь купить. Так, ну... И пока что у нас такая пауза, не забывайте подписываться на канал на Твиче, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть в описании канала. Да, мы вас всегда тут ждем и всегда вам рады. Пойду посмотрю, как стрим выглядит, вроде бы неплохо, пока у нас игра не возобновляется, можно пока позаниматься подобным издевательством, потому что никто ничего не пишет в чатике, как это у нас обычно случается, а в итоге кажется, что стрим лагает, и надо чуть-чуть понизить битрейт. Да, ну и ждем. Пока что ты видел вообще куру СБГМ? Вот. Да, я вижу даже на стриме, там такой интересный курьерчик. Когда я рассказывал про то, что всегда носить одну клярить, когда мидеру нужен курьер. Так, ну и что тут у нас? У нас, кстати, вот Вивер, поклонник СЛТВ, у него есть анкабоновские ножки на Вивера. Угу.
Ну и что тут у нас? По вещам-то у них не особо. Вот есть сет интересный у Мироны. Ну, он так себе по-настоящему, только вот голова неплохо выглядит. Ну, это такое. Да, в принципе, тут вообще ничего нету, то есть. Ребята без запака, только вот кура есть командная. Ну, как бы кура командная, по-моему, это у каждой команды есть. Если так быть абсолютно честным. Ну, кстати, да. Реально, у всех есть командная кура. Ну, да, ждем. Это как бы признак того, что команда играет с какими-то намерениями обычно. Хотя, да, ну и, кстати, хотя часто у людей просто так бывают курьеры ради понта. А ты видел эти вот стаки, которые делает Shadow Shaman на топе? Так, сейчас я гляну. Тут он, значит, миллиард стаков сделал для Бэтрайдера, который потом придет зафармить это. Или, кстати, для Вивера. В принципе, Вивер такой может фармить. Как Вивер будет фармить стаки? Редкликом? Блин, как-то это слишком, по-моему. Фармить шикучами. Реконнектится Разор у нас. Ну и сейчас должна возобновиться игра, и мы вернемся к фарму. Кстати, вот у Вивера на 5-й минуте 27 крипов, в то время как у Вайпера 21 на 8. А снайпер имеет 16 на 8. Кстати, вот они на миде вровень идут. 16-16, только у снайпера побольше днаев и... Да, ну, по XP они примерно одинаково. Снайпер чуть побольше, потому что Разор там отходил только что на базу. И вроде гоу. И продолжаем смотреть на игру. Снайпер в итоге не добил крипа. И второго тоже не добил. Третьего у него 100% получится добить, потому что тот живой. Так, Разор уже прибежал харасить. Такой дерзкий прям залетел. И мисанул 5 раз по крипам с ХГ. А снайпер решил вместо того, чтобы добить, задонать. Это, посмотрите на него, типичный мидер, который вместо того, чтобы добить, задонает вам. Помните таких, они будут портить вам жизнь в игре. Ну сейчас снайпер подобрал двоякий урон, и будет ему легче крипаться против Разора. Гораздо. Ну и саппорты тут у нас что-то делают, непонятно. А, они просто делают стаки в лесу. Да, они стакают. Тут, кстати, не получилось. Не знаю, почему он тыкнул в итоге его. Хотя уже была минута давно. Ровно. И Мартрайдер левел 5 пока. Скоро может пойти зафармить стаки. Он хоть сейчас может пойти зафармить. Может, он не знает про эти стаки. Может, Shadow Shaman просто так постакал. Потом... тыкнет варды и будет фармить с вардами. Кстати, интересная вещь, что заспаунилось два спауна одинаковых крипов. Похоже. Да-да-да. И вот как бы Кент что-то у нас пытается придумать. Кстати, он может, в принципе, дабл-эдж промаксить и сформить вот этот вот жирный спаун. А ему не хватит. Тут у одного сатира 1100 хп. Ну да, у них у всех почти по 1100 хп. А он делает отвод собственных крипов. Да, он делает стак и отвод, как это обычно делают. Да, видишь, еще один стак. И тут тоже крипы подошли. В итоге тут только один отведется. Хотя ни одного не отвелось. Нейтралы так просто выбежали из кустов и начали харасить. Реально, да. И вот ганкотряд у нас от команды Вузай. Что шаман вместе с магом. И тут на Разора. А тут, кстати, подошла Мирана 4 уровня. У нее есть стрела, есть лип, есть старфол на единичку. И должны сейчас цепануть Разора. Как меню Разора. А то Мирана тут тоже может подставиться. Эроу. Сложное было не попасть этой стрелой, но Мирана не попала этой стрелой. Хотя тут Shadow Shaman нормально просел. Эроу попадет в Разора. Не знаю, как она целилась. Блин. Ну, типа, вот, смотри, стоит Разор, ну, или не Разор, а Shadow Shaman, а Мирана стреляет вот так вот. Нормально, короче, у нее все. Да. Прицельный огонь ведет, значит, по врагам. Ну и сделали они First Blood. Да, хоть какое-то, хоть какая-то организация ганка. Да, но тем временем Бэтрайдера убили на боте, убили Вайпер. Ну, Вайпер плюнул, там, Дизраптор кинул. Thunderstrike или Glimpse. И там уже легко разобраться. В принципе, даже с вайпером, со снайпером, да хоть с кем вот так вот
ты разбираешься, может, кроме Вивера. А Вивер с Мидасиком. Хороший выбор для любого керри, потому что Мидасик — это артефакт, который повышает и, в принципе, и ДПС, и ГПМ, и все, что можно. И сплитпуш ты тоже получше. Да, Вивер этим и занимается, потихоньку начинает ковырять Тауэр. Да, у нас тут Мирана подходит, будет помогать Кенту. Не знаю, как она поможет. Если стрелой попадет царской стрелой, то да. Если не попадет, то АФК состояние не приводит. Ну смотри, стрела может до сюда долететь ровно. Да. Дай-ка выделим. Да, будут цеплять сейчас вайпера у нас на боте. И прожимает ульту Кент, отходит быстро. Да, и в итоге ганг не реализовался. Но зато Кент нажал ультимейт, теперь его будет тут такая возможность поймать, пока у него нет ульты, эту минутку. Хотя тут никого даже рядом нету, чтобы его ловить. Мирана уже убежала на мид, который был, собственно, с этим кентавром. А снайпер купил ПТ. Я думаю, тоже Мидаст купит. Такое ощущение. Потому что, по-моему, лейт тут явно за командой С4. Потому что тут у них вивер, снайпер. Это рейнджовый герой, который в лейте просто выносит всех ногами вперед. Так что там у них все должно быть хорошо. Да, ну и нас тут прогоняют Шадо Шамана вместе с магом, прожимает замедление и просто отходят. Так, стрела, Бэтрайдер, вратарь, Вайпер, страйк, Мирана прыгнула, не знаю зачем, мне Старфолл первого уровня больше маны потратила, чем пользы. Так, там мульта снайпера куда-то, и что, Мирану тут сейчас еще убьют, по идее, да? Хотя, Кентавр прибежал, Кентавр, Дабл Эдж есть. Минус 3 кентара оформил, лол. Не каждый день кентар оформляет трипл килл, учитывая, что он прибежал с оффлейна. Так, Разор с снайпером воюет, прожимает ульту Разор. Ну, а снайпер умрет. Ну, если еще Разор статик филд просто нажмет, плазма филд. И инвиз. Тэп-аута нету, что странно. Обычно все-таки носит с собой хоть кто-то ТП. Снайпер, например, носит ТП. Бэтрайдер не носит, Вивер носит. Скаймаг не носит, и Раста тоже не носит с собой ТП. Так, тут Дизраптор есть ТП, у Кента нету, у Вайпера нету, у Разора нету, и у Мирана тоже нету ТП. Так что они как-то так. Ну, чьи-то тапки на агилити за 150 лежат. Так, Разор себе тарит фейзы. Два тапки Вайпера. Разор купил фейзы, угу, стандарт. И пошел бить лицо Бэтрайдеру. Оставил мид Дизраптору, чтобы тот понюхал экспу. А снайпер получил немножко спейса. Нельзя давать спейс снайперу. В чем ошибка у SBGM4? Они дали вот сейчас Виверу просто фрифарм. То есть у него есть мека, у него есть 67 крипов на 11 минуте. Это неплохо. И как бы сейчас он такой подкормленный. Как бы про него забыли, он фармится. А потом про него вспомнит, когда у него будет 4-5 слотов и просто будет всех выносить. Хотя да, вроде Вивер даже сам куда-то полетел. Тут снайперу надо помочь. Братанов он чтит и помогает. По крайней мере, снайпер кинул ульту. И даблкил Вивер будет и делать. Вивер делает даблкил. Не знаю, с чем он ульту нажал. Нажал бы просто инвиз, и было бы профитнее. Так, снайпер тут уже пушит вовсю. Вивер сейчас должен поражать Мидасик. У него уже, считай, будет Персевериенс. И сможет он уходить в Линкенсферу. Да, ну и вообще, будет ли он уходить в Линкенсферу, или начнет тарить какой-нибудь непонятный дизоль? Ну, тут есть с чем сбивать Линку, так что ему нужно купить будет ее. Не знаю, зачем он закрыл тут крипов. Да, ну и, кстати, непонятно, вот Шадо Шаман, 12 минута, нет ультимативной способности, и как бы змеек нету, и пушить довольно-таки трудно команде Вазай, потому что снайпер еще не настолько накормлен. Да, Вивер просто чуть-чуть сплит пушит. Кстати, хорошо, они по лесу бегают, у них везде стаки тут. Ну, крайней мере, вот тут вот был и до этого стак, вот тут они делали стак. И вот тут, собственно, у нас самый большой стак, который нужно Бэтрайдеру фармить. А Бэтрайдер только к нему сейчас и выдвигается. Да, заходит у нас на Т1 на топе команда Вузай, стрела.
Крипам. Одна голда, и как бы смотри, стоит Разор как-то агрессивно, его могут сейчас просто поймать. Хотя тут Кентар прибежал вроде бы, Кентар без блинка. Шадоу Шаман пошел убиваться об своих нейтралов, которых он тут тщательно стакал. Вивер кинул жуков. И все, вроде бы в инвизе стоят. Не знаю, с чем в центре тыкнули, наверное, от Вивера только. Да, Вивер выходит все в дизоль. Или это БКБ, скорее дизоль. И что там, где-то Таур упал на миде, снайпер разобрался, восхитнуть не получилось, видимо. Да, у снайпера у нас ПТшечка, есть 1400 голды, и надеюсь, он не будет уходить в лотар. Там он себе мульбит-масочку. Да, у нас уже были такие прецеденты с снайперами с лотаром, которые в итоге проигрывали за 12 минут, или сколько там игра была? Да, 12 минут. Ну, что-то такое, короче. Вроде бы фармил, хорошо фармил, а в итоге купил лотар и проиграл. Так, Дэвивер у нас уходит в БКБ, и сейчас у нас будут ловить Разора. Прожимать таймлапс. Да, Дэвивер всё-таки БКБ. Так, тут Бэтрайдер не может дать лассо, потому что нету маны. И улетает отсюда Бэтрайдер. Не знаю, не надо ему сейчас давать лассо тут. Так, только сейчас залили маны, а вот сейчас уже можно, да. Лассо Вайпера. Да, Вайпер сейчас всех убьет тут, по-моему. Он реально минус 4 уже, и Вивер там где-то бегает, бьет, больно. И остается один дизраптор, и Вивер убивает всех. 4 в 4. Кентар против Вивера, 1 на 1. Кент сейчас умрет. Убей Кентар, что ты? Он боится, он. Кент как увидит, он сразу стан даст. Или дабл эдж. А когда. У этого Шикучи же промакшены, боже ж ты мой, 150 урона, у него 200, и там буквально тычка, ну, не доиграл Вивер у нас. Вивер боится, он не хочет умирать, у него же почти БКБшка. Я не знаю, можно было бы попытаться, но я не знаю, насколько это было бы профитно. Сыграл бы агрессивно, убил бы, минус 5 было бы, а так 4 в 4, и как бы в пользу СБГМ они забрали Т1. Да, графики вот смотри какие интересные, уже оп, так поднялись в сторону С4, и у них довольно-таки уже хороший потенциал есть, чтобы вернуть преимущество в свою сторону. Если у них это получится, то будет довольно-таки качественно. Да, ну и ждем, отжимают уже паузу. Да, не стали долго терпеть. Буквально быстрая пауза. Нет. Нифига. Вроде сейчас уже нормально. Да. Шадоу Шаман 5 левел. 15 минута. Все, у него тут нормально, блин. Ничего он тут, похоже, все так и не вывезет. Бэтрайдер отказался фармить стаки, типа такой, нет, фармлю только гигантские стаки. Да идет вот на вот этот жирный стак, сейчас он. Сейчас он будет еще его стакать еще разок. Да, вот видит, что сейчас получится стак, по идее, да? Пауза. Момент истины, будет стак или нет. Произойдет. Да, произойдет. Неа. Нифига. Не получилось в этот раз. Бэтрайдер может сейчас расстроиться. Хотя, у него сейчас все равно будет миллиард фарма. Он сейчас 4 стака даст, и просто полетели. Смотри, как умирает крипы бодро. Посмотри, у него 8 уровень, 800 голд, 800 опыта было. Значит, уже 300 голды. И уже дагер. И уже 9 с половиной. Хорошо зафармил. А тут снайпер тем временем. В то время на боте у нас пушит вся команда С4. Да, они, блин, пуш пятером. Это не лучший выбор для них, когда вот тут фармит снайпер. Фармит Бартрайдер, фармит Скаймаг получает экспу, и тут еще Тауэр сплит пушат, и сейчас змейки тыкнут, если чё. И, да, ну, а и размен, да, размен, наверное, сейчас все-таки будет в итоге в пользу команды С4, потому что они Т2 ломают. Хотя, вот, знаешь, они сейчас могут дальше пойти тыкнуть змейки, и уже будет как бы... Да, так, в итоге, что тут? Вивер с... Шадоу Шамана пойдут на Т2. Сейчас тыкнут змейки. Это инфосотка. И тут уже типа сейф. Ладно, змеек не будет сегодня, и все. Так.
Ривера вроде даже поймали. Не, он убегает вроде. Так, купил БКВшечку, поэтому даже умирать теперь не так страшно. Куда Мирана кинула стрелу? Ну, блин. Она не умеет по префайру работать или что-то? Ну, она, скорее всего, не такая опытная Мирана. Да, давай проверим, насколько она опытная Мирана. Посмотрим ее профиль. Ну-ка, дота профиль. Нет, скрытый. Ну ладно. Это ну, останется за ним, его умение играть или неумение играть. Вот это шка для разорчика. Так, прожимают ваниш, будут заходить за магом. Ну и поймают его тут 100% просто. Да. Больше даже, чем 100%. Как бы вообще без вариантов. Хоть бы он убегал, хоть бы он, не знаю, хоть бы он побежал в сторону базы противника, его бы все равно убили. Так, подтягивается у нас на мид команда Вузай, и сейчас должны как-то задефать вот эту вот пятерку опасную. Ну, есть змейки, есть снайпер, который будет просто настреливать. Да, вот змейки. Да, вот змейки, и что? Змейки, кстати, не очень хорошие. Надо было их куда-то вот сюда скорее поставить. Эти змейки да. Тут так-то фармили, блин. Так что змейки в итоге вообще не очень. Сколько тут змеек осталось живых? Раз, два, три, четыре, пять. Пять змеек. И там еще по 35 голды. Остальные змеечки, да, 10 всего змеек тут может быть. Залетел на скинт, ловит батрайдер Разора. Разора сбивает за секунду. И в итоге минус один. И еще ульта снайпера там в кого-то. Батрайдер кинул банку. Вивер прожал БКБшку. Не знаю зачем. Может, его там кто-то поймал. Я не видел, что с Вивером произошло, если честно. Я видел, что Бэтрайдер цепанул, потом убили Разора. В общем, тут ничего такого больше тут не произошло. Так, ну и ждем. Ждем какого-нибудь экшена. Видим то, что все разошлись просто по лайнам. Так, и... Скаймаг имеет у себя брасер и ботинки. Но Бэтрайдер да. Продолжает фармить лес. Уже чужой лес фармит, и ему как бы все равно. Ну чё, свой чужой деньги есть, в общем-то, не проблема тогда фармить. Так, он теперь убрал фарм, который мог, например, Дизраптор делать те же стаки для кого-нибудь, типа Кентавра. Ну и посмотри здесь, какая активная у нас война вардов, просто везде сентики стоят на месте вардов, и вардов-то не наблюдается особо. Да. Апсов, именно. Ну вот, тут один стоит. Как появится на стриме, сразу удалится. Давай за ним проследим, вот за этим вардом. Вот сейчас 5-я минута. Если он, когда 4 минуты будет, не упадет, то, может быть, никто и не палит стрим. По крайней мере, я на это надеюсь. А то реально просто вот 3 апса стоит. У команды S4, а у Вазай вообще ни одного. О, Кент да, летел на двоих. Твоим. Раста успел варды дать. Остальные каст... Не, его тут не отпустят, конечно. Так, Вайпер дабл килл. Вибрич тоже кого-то убил. Снайпер ультует. Минус Рейзер. 3 в 2. Кентавра было маловато, то что он летел. Украл отлично, чью-то брынчу. Отлично, таймлапс делает у нас Вивер. И сейчас должны поймать Мирану, у него нет маны на лип. Кулдаун вообще еще и липа. Да, там у нее ничего не получилось из того, что она влетела в пятерых. Так, ну и смотри, сколько у варда? 7 минут всего, то есть через минуту они должны увидеть этот вард. Да. Но вот этот они должны заподочить, то есть тут центряк был, и он как бы... Была инфа, то, что он там есть. А вот этого апса не было. И, то есть вот 5 минут сейчас буквально через... Да, уже все, уже его видно, если они смотрят. А если не смотрят, то они, собственно, ничего не видят. Ну, посмотрим. Я думаю, они, может, и догадаются, что мы тут уже им напортили жизнь. Тем, что мы знаем, чем обычно занимаются команды. Да, но по-настоящему это некрасиво, то есть, ну, не знаю. По-настоящему это неправильно, и, типа, это чит. Так что мы не одобряем это ни в коем случае. Снайпер тоже, скорее всего, БКБ покупает себе. Медасика да. У снайпера нету, поэтому фармит он слабо. Если бы вместо Мому был Медас, и было бы что-нибудь типа
Того же доминатора. Это было бы, по-моему, получше для снайпера. Раста в миду сейчас зафармит все. Получит себе чуть-чуть экспы и голды. Может даггер себе позволить. Так, вард до сих пор стоит. Да, наверное, никто не смотрит. По-моему, ну, вот так и получается. Можно теперь проверить S4. То есть, вот смотри, вот этот вард. Ну, его обнаружить, ну, реально трудно. То есть, он такой ситуативный. Его настолько редко ставят, что сюда, ну, в матчах последних 50, которые мы транслировали, там просто не ставили вот сюда вард. И, как бы, ну, а вот этот вард тем более нельзя спалить. Вот если вот его спалят, тогда вообще можно будет сказать понятно, короче, с вами все. А если они не будут таким заниматься, то молодцы. Значит, Вивер у нас старик Дизоль. У него есть Агигис. Шадоу Шаман с даггером это. Это приятно для этого Шадоу Шамана. Он может быть инициатором. Теперь он максит Хекс. Не знаю зачем. Хотя тут Duration более-менее такой адекватный, прибавка точнее. Там первую секунду, две. За секунду сбривает туда с кента. Угу. Даже стрела. Не почувствовали. Так, тут дизраптор кинул интересный филд по троим. Вивер пошел бить то самое лицо своему противнику. Ну, БКБшку он потратил уже, так что я бы не советовал ему драться. Гримсует так не... Да, не по синерджи, так как я это обычно говорю, нету такой сыгранностью команды, что они не делают такой фигни. Так, там Бетрайлер в итоге кинул в Разора бочечку, но этого было маловато. Так, давай посмотрим у нас на графике, 24-я минута, Вузай лидирует по долларам на 7,5, нет, ну, на 10. За 10 тысяч, только что обновился. На 11. Так, по айтемам глянем, что тут. Кентаур. Транквилы. Блинк. Блейдмейл. Дизраптор атапок. Вайпер с мекой. Собирает все БКБ. Или аганим, скорее, БКБ. Разор тоже собирает аганим. Миран уходит в Мейлштром. Раста с даггером. Снайпер тоже снова выходит в аганим. Ну, полный, считай, запак нужен для Бэтрайдера. Форс, блинк. Транквилла и урна для команды. Мидас, БКБ, Дизолю, Вивера и Агегис сверху. Ну, Скаймага тут то же самое, что и было, когда мы последний раз на него смотрели. Так, по XP Узай также лидирует на 12 тысяч. У них все хорошо. Так, снайпер Купта Сашу Яшу себе покупает. Зачем она ему? Ну, типа да, Саша Яша, знаешь, когда хороша, когда ты нападаешь, а когда... Ты убегаешь, что Саша Яша это абсолютно бесполезный артефакт. Узай вроде бы нападают, поэтому Саша Яша может быть и оправдана даже. Да, ну и видим то, что у нас команда S4 просто копалась в своем лесу. Видишь, вот тут вот с интриги ставят. И что тут у нас? Вот сейчас, кстати, решается все. Вот или здесь есть либо палят варды, либо не палят. Вот у дизраптора есть один сентряк. Нет, вроде Нет. проходит, мимо. Да, вроде бы не палит. Но если бы он сломал сейчас этот вард, то я бы, конечно, на команду бы в итоге подумал нехороших вещей. Так, Вивер плюнул вверков маленьких, пошел бить лицо. Не знаю, с чем он нажал БКБ. А, он таймаут еще нажал. Я думал, что он сначала умрет. Хотя он тут Моментально вроде выжил, минус 4. Да, снайпер забрал себе даблкил. Еще там. Получился фраг Бэтрайдер с Вивером. Ну мы а... сейчас пойдут ломать. Да, Раста со Скаймагом довольствуются лишь ассистами. Ну это не так уж и страшно, по сути-то. Да, там осталось Т2 на топе, надо бы на него будет как-то переместиться после того, как сломают тут Т3. Варды. Давай ставь, друг. Да, поставил варды Раста наконец-таки. И минус Таур как минимум. А то и минус рейнджовый барак. Рейнджовый... А, ну милишный тоже можно сломать. Да-да-да-да. Рейнджовый он и сам упадет когда-нибудь. Ну, да, или даже за этот заход. Да, все, уходите, уходите, друзья. Хотя тут хоть Виверу решили оставить. Вивер тут опять встрял. Надо таймлапс сжать. Да, Вивера убили первый раз. Ну и сейчас он должен убегать. Тупо бежать. Снайпер отстреливается. Поймали. Кентавра и сбрили кентавра. Так, Вивер умрет.
Да, и Верумер. А, ВФК стоял, что-то с ним не так. А снайпер тем временем всех убил. Минус 4 в размен на Вивера и Эгис. И Дизрапта там полудохлый ушел на 100 хп. Да, ну и печально все у нас для команды СБГМ 4. Да, они как-то, не знаю, учитывая даже, что Бивер РФК поставил, они пошли и умерли. Убились об снайпера. Реально что... убились об снайпера. Да, реально убились об снайпера. И топ сейчас еще тут тоже упадет. Варды через 30 секунд. Ну, Тауэр уже сломает к тому времени, я думаю. Да и все возродятся, и придется уже отходить. Хотя тут сейчас подойдет какой-нибудь снайпер. А где снайпер? Я его не вижу. Он на ТП что ли улетел? Да, он вот бежит сюда. Вообще пофиг. Рубил бомб, побежал отсюда. У него 4000 голды, и он ни на что не тратит. Ну сейчас, наверное, купит себе какой-нибудь Дейдалус. Райт кликом. Или Мьёлнир. Тоже было бы неплохо. Да, да. Забрал себе Тауэр. Покупает гейм у нас маг. Привезли Дизраптора. Да, у нас вот Батрайдер уже третий раз ловит, как бы. Как бы он оформляет изикаточку, покупает Юль и тащится на базу. Да, все на базе дружно стоят ФК. Вивер, по-моему, до сих пор не выходил с ФК, не, он побежал куда-то. Да, вот Юль и Батрайдер, как я сказал. И Батрайдер такой запакованный, у него по крипам он не отстает даже от Разора. Один в один с ним. Он хардлайнер. Да, и Кэрри Вайпер тут тоже отстает, так скажем, от Вайпера. И что? По фарму у нас первый, собственно, Вивер. И по нетворсу он самый тоже первый. Так, снайпер тут у нас второй по нетворсам. И покупает 7 Йольнир, как было бы, как не было бы очевидно. И, в общем-то, все как по плану идет команды Возай. По голде они уже лидируют на целых 23 тысячи. Это очень много. На 29 минуте это нереально много. Так, значит, ловит у нас Батрайдер Вайпера. Не, Вайпер просто улетел. У него успевает мека есть. Сануть, и поэтому не получилось его добить, так. Хотя сказать. Тут вроде бы даже поймали Вайпера, да. Змейки были довольно лишними, можно было просто дать хекс. Так что Shadow Shaman тут погорячился, теперь будет посложнее заходить опять. Хорошо, у нас 3 минуты. Shadow Shaman просто в соло побежал уже месить противника. Не знаю, зачем они заходят по миду. Сейчас, наверное, переключатся на ботом. Тут уже Бэтрайдер развлекается. Сбили урну. Неприятность какая. Так, Вивер пошел бить лица, как он это любит делать. Так, убили уже троих, и это еще не ГГ. По-моему, тут уже все. Да, все. Вивер сделал ультракил, как у нас это обычно бывает. Давайте, ребята, дайте ему рэмбэйдж. Вайпер, вот возвращайся, иди убивай. Да, Вивер пошел убивать Вайпера. Не получится. Не так просто, так скажем. Да. И что, С4 продолжают терпеть? Зачем? Зачем они продолжают терпеть? Расскажите мне историю. Ну, тут не знаю, там... тащит Вайпера. Не знаю, почему Вэтрайдер потащил дальше, когда кинул ульту маг. Ну, ребят, давайте без... Давайте без издевательств друг над другом. Да, но как бы это, в УЗАИ ничего не могут поделать с этим, они просто продолжают играть. Да, они продолжают ломать лица противнику, хотя тут снайпера сейчас почти убили. Нет, да, все-таки убили снайпера. Байбекается буквально сразу. Да, байбек. Инста байбек. Вот, Бэтрайдер, блин, еле тут живой. И что? Гонится за Бэтрайдером, даблкил для Разора, минус 3 уже, минус 4 даже, учитывая бэйбэк снайпера, и С4 возвращается в игру, не знаю, поможет ли им это, потому что снайпер придет и всех убьет. Он реально пришел и всех убил. Уже опять-таки трое умерли, это соло снайпер все сделал. Чисто прибежал и всех убил, изикатыч, ультракил.
шел мутить Рампагу. Да, Да. Вайпер, по-моему, даже не сильно напрягается насчет этого, что снайпер сейчас будет на нем мутить Рампагу. А Нет, снайпер... не даст рампагу у нас. Не-не-не, жадничают С4. У нас почти уже две Рампаги сделали в Узай. Да, вот снайпер негодует. А то ультракил вроде дали, а Рэмпейдж не. Вивер то тоже. Посмотри, как по товарам просто пулемет такой. Ну, это есть пулемет. Кстати, у нее нету этого пулемета иммортального. По-моему, ну у всех есть, кроме этого снайпера. Нет, у меня, кстати, нету этого пулемета. Не, ну даже у меня есть, учитывая, что у меня на снайпере 4 игры вообще за всю мою жизнь. Так что это нормальная тема. С имморталками нынешними. Да, это у нас батрайдер вайпер из-под тавера. Из фонтана даже буквально. Так, и, по-моему, снайперу пофиг, что у него цесали урон, он и так всех убьет. Да. Чуть-чуть ему не хватило выжить. Тут Thunder Strike добил. И снайпер еще где-то сделал трипл килл. Да, ну и прописывают у нас ГГ. Поздравляем команду Вузай с проходом в 1/8. Это уже ого-го. 179, ну и... Ну и да, и все, у нас игра заканчивается, молодцы, молодцы, и увидимся чуть позже. Всем спасибо, всем пока-пока. А ты добавлял...